Маленькая Ульяна к куклам равнодушна. Все, что ее интересует, кубики любых цветов и размеров. До недавнего времени мама малышки и не думала, что в их веселую жизнь нагрянет беда. Но оказалось, что красочный мир девочка видит только наполовину. Левый глаз Ульяны уничтожила злокачественная опухоль. Игрушку подставляю, глазик, закрываю один, даю ей игрушку, она не берет. Я закрываю тот глазик, который больной, она берет игрушку нормально, все Ну и в прятки даже, когда начинаем с ней играть, она не двумя пальцами закрывает, а одной рукой. Заметить отклонение в более раннем возрасте было почти невозможно. Даже сейчас различия видны только если долго рассматривать Ульянины глазки. Левый словно прозрачный и совсем не реагирует на свет. Одна, в рощу двоих детей, помощи никакой ниоткуда нету. Одна. Сперва операция, потом там уже Москва как решит, либо там химиотерапия, биохимиотерапия, будет химиотерапия, либо сюда отправят. Эти кадры мы сняли несколько недель назад, а 11 декабря в Москве Ульяне уже удалили больной глаз. Сейчас необходимы деньги на проживание и питание маленькой семьи в столице. Понадобятся средства и для дальнейшего лечения девочки. Теперь речь идет о спасении второго глаза, на который тоже может распространиться страшная болезнь. Если вы хотите помочь малышке, отправляйте смс со словом «могу» и суммой перевода на короткий номер 4647. Помогать легко. Стоит только захотеть. Дарья Юринская, Евгений Погорелов специально для проекта «Я помогу».